Дорогие соотечественники, сегодня я принял для себя очень трудное и вместе с тем ответственное решение подать в отставку с поста премьер-министра. Я принял это решение потому, что я хотел обеспечить возможность всем нашим политическим силам достичь согласия, достичь компромисса и завершить тот кризис, который начался. Те решения, которые приняла сегодня Верховная Рада, создают вместе с моим решением достаточную основу для компромисса. Я хотел бы, обратившись к нашим гражданам, сказать, для меня единство, целостность нашей страны, возможность ее успешного развития – самое главное. Амбиции – это второстепенное. Я глубоко благодарен и президенту, и Верховной Раде, которая все эти 4 года поддерживала правительство проведение сложных реформ, сложных преобразований. Я могу честно смотреть нашим гражданам. Страна в условиях мирового экономического кризиса справилась со многими проблемами, которые стояли у нее на пути. Спасибо вам за внимание, спасибо за доверие.